Молодежная хоккейная команда «Металлурга» по завершении сезона побывала с экскурсией в пожарно-спасательной части номер 1 Новокузнецка. Инициаторами такого дружеского визита кузнецких медведей стали сами представители ПСЧ, многие из которых являются не просто болельщиками, но и сами играют в хоккей на любительском уровне. Наша пожарная часть каждый хоккейный матч выставляет автоцистерну на дежурство с личным составом. Вот. Лично я за этот сезон пропустил, может быть, 2 матча всего. Вот, в силу, скажем так, служебной необходимости. Вот так стараюсь. То есть каждый матч находиться там, болеть за свою команду. Вот. Что касается нашей команды в части, да, мы 2 года назад у себя на территории сделали хоккейную коробку. Вот, и начали, скажем так, активно заниматься данным видом спорта. Вот, и привлекаем молодежь, скажем так, соседних дворов. Поэтому в этом году планируем, скажем так, провести хоккейный турнир среди пожарных подразделений. Тем, как прошла экскурсия, остались довольны и хоккеисты, и пожарные. Медведи с повышенной заинтересованностью отнеслись к посещению части и самой специфике работы сотрудников МЧС. Причем общение не ограничилось только лишь теоретическими беседами. Хоккеисты смогли частично работу пожарных опробовать и на себе. В частности, облачиться в боевую одежду. На скорость в этом занятии соревновались Марк Петров и Виталий Уткин. Справился за 25 секунд, норматив 21, чуть не хватило, конечно. Ну, было, штаны тяжело одеть было, а так, в принципе, все остальное нормально, достаточно хорошо. По сравнению с хоккейной экипировкой, насколько сложно облачаться было? Ну, тут поменьше всего застегивать надо, поэтому здесь полегче. У нас там молнии, и не молнии, и шнурки, и все подряд. А здесь вот на карабинчике все застегнул, готов. Далее медведи ожидало знакомство с устройством спецтранспорта и его возможностями. Здесь также не обошлось дело без практики. Так что хоккеисты смогли по полной программе прочувствовать себя в роли пожарных. Это профессия очень мужественная. Как бы здесь сила воли, да и мужество, чтобы залезть в огонь, в дом, спасти человека, это как бы очень дорого стоит. И понравилась машина. Все как бы здесь все очень серьезный уровень и... Все прекрасно, только положительные эмоции. Экскурсия для медведей продолжалась более часа. За это время наши хоккеисты узнали много интересных фактов из работы сотрудников пожарно-спасательной части, своими глазами увидев полностью весь процесс, начиная от сбора на экстренный вызов, заканчивая непосредственно тушением пожара и элементами самоспасания на учебно-тренировочной башне. Опускаешь и летишь, видишь? О, красавчик. Благодаря сотрудникам пожарно-спасательной части номер 1 Новокузнецка, которые не стали организовывать лишь ознакомительную экскурсию, превратив ее в настоящий интерактив, мероприятие вызвало у представителей команды «Кузнецкие медведи» действительно неподдельный интерес. Ну, я думаю, это очень интересно, познавательно. Мне самому было интересно посмотреть, послушать. И ребятишкам интересно, и примерили, и посмотрели, как все это работает, как все эти службы технические. Я думаю, что для ребят в таком возрасте любая такая экскурсия, это познавательно, им дальше жить, им дальше шагать по этой жизни. Я думаю, что это хорошее начинание. Сегодня вы узнали, что у сотрудников пожарно-спасательной части даже своя хоккейная команда есть? Да, коробка, хоть и нестандартных размеров, своя хоккейная команда. Очень приятно, конечно, что они за нас болеют. Я думаю, что на следующий сезон, если все будет нормально, мы посетим еще раз по зиме и на коробке сыграем с местной командой.